Привет, друзья! Приветствую вас на канале своем. Сегодня я нахожусь в красивейшем месте. Вы уже, наверное, заметили позади меня красивейшие тюльпанчики. И это парк Кюкенхоф. Самый известный парк в Нидерландах. Сюда приезжают люди со всего мира. И, честно говоря, я здесь живу уже почти 4 года, и я первый раз здесь. Это действительно удивительное место. Я просто поражена количеством цветов, еще и цветущие деревья здесь, что-то типа вишни. Они тоже украшают, полноту этой картины придают. Посмотрите, как это красиво. Само же название Кюкенхоф переводится с нидерландского языка дословно как «кухонный двор», то есть королевский парк цветов. Этот парк находится между двумя крупными городами Нидерландов. Один называется Лейден, а другой Харлем. А чтобы вам легче было сориентироваться, находится этот парк в небольшом, то есть маленьком городке Лиссе, приблизительно в 5 километров от Северного моря. Ежегодно парк открыт для посетителей примерно с 20-х числах марта до 20-х чисел мая. Парк очень огромен. Площадь его занимает 32 гектара. И основан он был в 1949 году. Ежегодно этот парк посещает около 1 000 000 туристов. Здесь представлены такие композиции из нескольких видов цветов. Вот как сейчас вы видите вот эту композицию. Здесь три вида тюльпанов: темно-бордовый, красные и такие желтые с розовым. Очень-очень красиво это смотрится в комбинации. Также хочу вам сказать, что каждая группа цветов подписана. Такие таблички черные, где написано название и разновидность тюльпанов. Посмотрите, сколько людей здесь, очень оживленно, с детьми, с колясками. Инвалиды также приезжают сюда. Очень-очень много людей. Парковка забита, но я понимаю, я реально понимаю, почему люди со всего мира стремятся посетить это место. Здесь просто можно ходить часами, восхищаясь этой красотой и вдохновляясь, наверное, этими цветами. Конечно же, время посещения – это апрель. Апрель – самый такой популярный месяц, когда все сюда приезжают, тюльпаны цветут. Потому что в мае они уже начинают отцветать. Может быть, только еще в первой неделе мая. Но все зависит от погоды. Если весна ранняя, то они отцветут быстрее. Если поздняя, то они отцветут позже. Заметила, что просят, чтобы их сфотографировали, так как у них нету селфи-палки с собой. Плохо подготовились. Вот я подготовилась хорошо. У меня селфи-палка всегда со мной. Здесь не только тюльпаны представлены. Я думаю, что это азалия или что-то в этом роде. Кто знает, напишите название этих прекрасных цветов. Сейчас обойду, может быть, найду где-то название. Посмотрите, как красиво. Просто нет слов. Здесь сочли, смотрите, и нарциссы, и тюльпаны. И вот эти вот цветы называются царская корона у нас. Не знаю, как по-литературному. Смотрите, они еще это все сделали в комбинации с водоемом. Очень-очень красиво. Мостик такой. Вид просто изумительный. Такие яркие, сочные, красочные цвета.
не перестают меня удивлять. Также здесь есть гиацинты, но я смотрю, что уже некоторые отцвели и портят всю картину. Но в целом неплохо. Знаете, что поразительно? Я не чувствую запаха гиацинта. Обычно очень сильный запах у них. Вот я стою рядом, я вообще не ощущаю запаха гиацинт. Странно. А посмотрите задний фон, какой шикарный. Просто сказка. Я не верю своим глазам. Как же это красиво. Такой мостик. Вот такой канал небольшой. Цветы. Обалдеть. Как же здесь красиво. Друзья, приезжайте сюда, погуляйте, вдохновитесь, пофоткайтесь. Жизнь коротка. Посмотрите, какой красивый водопадик маленький. И море цветов. Очень красиво. Все люди фотографируются, снимают видео, и очень много людей едят, потому что, наверное, от такого восхищения, азарта и вдохновления хочется чего-то перекусить. Я с ними согласна. Мы тоже планируем чуть позже пойти и перекусить где-то здесь, на территории. Мы приехали в этот парк с моим мужчиной и его двумя дочерьми, поэтому все, соответственно, любят бургеры. Выбрали это место, потому что захотели его дочери изведать бургеры. Ну и я, конечно же, тоже была не против. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Поэтому мы решили немного подкрепиться в этом месте, а потом пошли дальше. Такие интересные столики, смотрите. Где люди могут присесть, скамеечки такие сделаны. Либо столики и скамеечки из соломы. Посмотрите, как необычно. Люди присели себе, пьют кофе. Можно просто отдохнуть, посидеть. И сейчас мы с вами двигаемся к ветряной мельнице. Обратите внимание, какие здесь интересные клумбы деревянные. Даже на каблуках. Посмотрите, какие модные. Я такого еще не видела. Вот такие, например, есть с узором. И даже сапожки. Вот как в эти сапожки можно было влезть? Я, например, даже себе не представляю. Абсолютно деревянные. Посмотрите. Эволюция обуви в Нидерландах. Очень забавно. И вообще посмотреть такое... В магазине сувениров можно купить эти кломпы. Есть вот такие просто деревянные и даже без краски, не разрисованные. Также есть красненькие, они разрисованы, на них написано Голландия. И есть вот такие вот, извините, такие вот беленькие, тоже с надписью Голландия. Ну и, соответственно, здесь множество сувениров. Сувениры здесь по космическим ценам, 10 евро. А также есть мягкие, вот такие, написано Амстердам. Просто комнатные тапочки можно кому-то. Магазин сувениров здесь находится. Соответственно, все для туристов любимых. Цены подняты в два раза. Конечно же, здесь расположена ветряная мельница, которая популярна в Нидерландах. Все поднимаются на нее, чтобы посмотреть на вид. А здесь национальная нидерландская сладость. Называется Stroopwafels. Это сладкие вафли, а между ними получается сгущенка. Вот так они выглядят. И люди очень любят. Стоит прямо очередь. Известная вот такая вот достопримечательность Кномпы. Здесь фоткаются дети и взрослые. В результате мы решили подняться на ветряную мельницу. И здесь очередь. И очень много людей. И все хотят попасть на смотровую площадку и полюбоваться видами. Поэтому мы с вами тоже идем наверх за всеми этими копами. Итак, мы проходим к
Кто-то выходит, кто-то заходит. Что же нас тут ждет? Сейчас мы узнаем, выйдя на эту площадку. Ой, с той стороны вращается мельница, но там закрыто, слава богу, а то можно кому-то лишиться головы. Она вращается, и вид у нас открывается вот такой изумительный. Конечно, тут ветрено, но красиво. Все хотят взглянуть с высоты птичьего полета на эту красоту. И действительно, здесь красиво. Все как на ладони. Конечно, не виден весь сад, но частично он заметен и видно. Вот стоит очередь за этими вафлями. Вот она. И вот такая вот красота. Выходим мы уже с ветряной мельницы. Достаточно. Погода портится на глазах. Все сильнее ветер. Температура у нас где-то градусов 10 на улице. Все кутаются в теплую одежду. Через мостик мы попадаем в продолжение сказки. Это просто сказка. Она зачаровывает. Посмотрите, как красиво. Множество тюльпанов. Открытые полностью. Нам повезло, что в этом году не такая ранняя весна. И тюльпаны еще не отцвели, и достаточно еще плотные бутоны. Как же тут красиво! Я нашла место, где мне просто идеально. Это кровать. Здесь просто супер. А также здесь есть такое кресло подвесное, где я уже кинула свой рюкзак. Я тут остаюсь. Главное взять с собой сменные тапочки. И вот рай в шалаше. Как говорят, с любимым рай в шалаше. Где мой любимый? А здесь, посмотрите, какой канал, просто бомба, такой задний дворик. Я просыпаюсь, выхожу, черешня тут или вишня у меня. И канал, где можно половить рыбку. Короче, здесь супер место. А там кровать, и все там фоткаются. Просто место реально суперское. Все снимаются, фоткаются, прикалываются, ржут. Ну, короче, очень весело. Здесь, друзья, сделано что-то типа тропического такого парка. Посмотрите, пальмы, песок, также гамак. Все здесь сосредоточено в этом месте. И очень чувствуются прям тропики какие-то. Так тепло сразу. И как будто и нет этих 10 градусов. Как будто все 25, как минимум. Ну, красиво. И реально, вот этот тропический уголочек мне понравился больше всего. Я уже, короче, была во многих. Может быть, еще впереди что-то интересное. Но это номер один к посещению. Так, и мы сейчас с вами двигаемся в какую-то хижину. Сейчас покажу. Я не знаю, что это за хижина. Какая-то хижина дяди Тома. Выполнено все, видите, тоже так стилизовано. Подушечки, скамеечки. Множество цветов. И здесь такой запах вот нарциссов. Реально нарциссы. Они перебивают все. Сочетание, смотрите, и голубенькие, и беленькие, и красненькие. Ну просто буйство красок. Все очень яркое, красивое. Там люди, кстати, сидят, обедают. Так посмотрели на меня, что это я их снимаю. Так, значит, здесь, ну такой себе обычный уголок. И двигаемся дальше. Здесь, друзья, еще у нас такая вот общепит, скажем, где можно изведать очень вкусную картошечку. Посмотрите, посмотрите, как ее только делают. Вы сейчас офигеете. Берут с мешка немытую, грязную,
сразу через вот такой вот пресс пропускают. И будут сейчас жарить вот такую вот картошечку, и вы будете кушать. Мыть не обязательно, потому что в Нидерландах редко кто что вообще моет. И вот рядом стоит такой вот бусик, где жарят картошку, поливают майонезом, и множество людей, детей, все хотят изведать эту вкусную картошечку. А мы решили поесть крокет. Вот, я хочу куриный, вот кип крокет, куриный 4,75. Сейчас заказываем, и нам должны пожарить во фритюрнице эти крокеты. Вот их уклали, и сейчас будут жарить. А здесь вот такие аппетитные, как сосиска в тесте, только мяско кладут, и я думаю, что это вкусно. Но мой мужчина любит крокет больше, чем это, и я не могу ничего с этим поделать. Так, вот так выглядит крокет. Сверху он как в панировке жареный, а внутри он куриный и со специями. Ну, вот так я ем. А вот девочки вообще в Нидерландах, все едят вот так, как бургер. Ложат в булку, поливают соусом и едят. Но я не люблю так. Я предпочитаю просто отдельно его есть. И я решила с вами поделиться важной информацией, которая пригодится, если вы решите посетить этот прекрасный парк цветов. Часы работы с 8 утра до 19:30. Билеты продаются онлайн. Количество посетителей и билетов ограничено. При покупке надо выбрать дату и время. И самое главное, ограничений по продолжительности посещения нет. Мы, например, попали в час дня, но так как парк закрывается в 19:30, мы гуляли до самого закрытия. Еще какое-то интересное здесь помещение, что-то тут представлено. Сейчас пойдем посмотрим, что же здесь. Здесь, конечно же, цветы, еще различные композиции. Вот такие вот цветы. Возможно, какая-то фирма предоставляет такие вот букеты. Тоже все очень красиво оформлено. Необычное такое, конечно, оформление. Здесь, смотрите, машина разрисованная. И цветы разрисованные в цвета. Ну как? Вы догадались, что это за цвета. Посмотрите, как ярко все, красочно. Такой пикник можно сделать. Даже стаканчики на столике, стульчики. Все очень яркое, красочное. Оригинально все выглядит, конечно. Нидерланды любят отличиться, любят какие-то сделать композиции. Ой, какие маленькие, хорошенькие розочки. Прелесть, просто прелесть. Именно композиции здесь с роз. Очень красивенькие, такие прям яркие. Давайте посмотрим, что же это за название. Кто знает? Я вот, например, не очень разбираюсь вот в этих видах цветов. И ничего не могу вам сказать. Но здесь очень много их. Также посмотрите, какая интересная фейс девушки. Забавно, правда? Небольшая экскурсия с Голландии, с парка Keukenhof уже подходит к концу. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И это только первая часть. Также я записываю вторую часть. Сразу выйдет после этой. Так что оставайтесь со мной и смотрите мое следующее видео с этого прекрасного места. А сейчас я не прощаюсь, а говорю вам до скорой встречи. Пока!